Let's go! Ну что, всем привет! Всем доброго вечера! Как же игра-то орёт! Так, наверное, игру, наверное, вот так вот скажите, как слышно будет? Нормально меня? А, люди? Как слышимость? Меня слышно игру. Ну что, будем продолжать? Это у нас второй стрим уже. Let's play. Думаю, за сегодня я пройду игру, может быть, даже какие-нибудь бонусные уровни пройдем. Слышимость есть. Вы говорите, как слышно, потому что, блин, на прошлом стриме через час, что ли, только сказали, что оказывается. Слышно не очень. Лучше сразу сказать. Ё-моё. Ясь плавает злой. Ясь, уходи. Уходи домой. Я сегодня и так намучился с рыбами. Весь день у столобиков ласкал. Будь они неладные.
Эти толстоловики. Ну чё, как у кого дела? Как неделя проходит рабочая? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кстати, вот в этих Марио упростили такую тему, то что... в старых частях... Да... блин! В старых частях, если ты берешь... Пауэрап, при этом ты маленький, допустим, цветок или что-то, то ты просто в большого Марио превращаешься. А тут три стадии сделали вместо двух. То есть тебя сначала отнимают пауэрап, потом отнимают большую форму, и только потом ты становишься маленьким на третий раз. Сволочи, окузвалили все. Вообще, Nintendo реально развалила Марио со временем. Те же Donkey Kong Returns намного сложнее, чем новые Марио. А из тех, что я играл, мне вообще самым сложным показался Super Mario Bros. 3. Если его фестранить, не знать о всяких пауэрапчиках там спрятанных и прочем, он весьма жестким, как мне кажется. Зина, пошел вон. Да, оказывали не торт. Сволочи. На что уходят наши налоги? Платим наши деньги. Я, между прочим, потратил деньги на этого Марио. Можно сказать, купил лицензионную копию, потому что я качал его с торрента. Торрент не работает без интернета. Еще я заплатил за интернет. И, можно сказать, поддержал рублем Nintendo. Они что себе думают? Можно вот брать так и оказуаливать, что ли, игру? Это вообще нормально. Усманыч уходит на яхту. Ну, ему нужнее, конечно. Ему нужнее. О, веселуха какая-то. Я вот, смотрите, гироскопы могу управлять фонарем. Очень удобное управление, конечно. Всю жизнь мечтал гироскопом. Такой шнягой управлять. Наконец-то у меня появилась возможность. Не знаю, что бы я делал, если бы не было этих гироскопов сраных. Ты, ё-моё. Не вовремя. Вовремя зажал. Кнопку. Надеюсь, мне хватит батареек, потому что у меня вимоут на батарейках. У меня аккумуляторы сдохли. Не сядет на этом стриме. По идее, на два стрима должно его хватить. Это прикак на The Fox. Вместо аккумуляторов используют батарейки. Совсем сдохли. А что, могут не на совсем сдохнуть? Не знаю, может через 20 лет оживут. Нет, у меня просто были тут батарейки ненужные.
специально для этого не покупал. Пришлось 4 штуки взять для своих нужд. И оказались лишними. Вообще, я давно хотел Марио этот постримить, но перед самим прям стримом, когда я начал все подключать, настраивать, оказалось, что мои аккумуляторы сдохли. Ну, им уже, правда, много лет, в принципе, так что неудивительно. Вот. А 2 аккумулятора хороших профукались на кракенской сходке, одной из, чем я очень жалею. Хрен бы я что-то туда взял, если знал, что так будет в дальнейшем. Сидели бы на эмуляторах, играли. Упыри. Ну вот, так что пока с батареечками. Антох, да, игруха. Игруха неплохая. Неплохая. На фоне говорится фак, игра для детей. Знаешь, каждый слышит, что хочет слышать. Тебе надо задуматься, если тебе факи слышатся, что что-то не так с тобой. Была, кстати, у меня одна картиночка, которую я хотел поставить на стрим. Потом подумал, вдруг Twitch забанится не на Марио тематику. Несколько тысяч уровней? Нет, это ж не Марио Мейкер, это Марио на Wii. Одна из частей. Да именно Марио. Ну, как игра. Эти мыши запарили уже тут лазить. Что за... Да что ж такое? Аккумуляторы начинают дохнуть с 1.5 года, так что боксовые всегда рулят. Что значит боксовые? У меня эти аккумуляторы, знаешь, с какого года были? Они сдохли в этом году, да? А были у меня они с года 2009-2010. Так что сам посчитай, сколько они лет проработали. Ты говоришь, 1.5 года. Причем эти аккумуляторы, в принципе, не такие уж хорошие были в плане бренда. Марка Космос, какие-то наши, хотя, наверное, заказано все это в Китае в любом случае. Просто под нашей яркой выпущено. Фонтом наши. Ура, наши! Ура, ура, ура! Ура, слава России! Ура, 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 героям слава! Я наши люблю, только наши покупаю. Наши лучшие на свете. Блин, это все, мне кажется, россказни про заряд. Начинает снижаться. Вот у меня уже PSP, ей уже 10 лет. И аккумулятор на ней работает, и заряд там не сказать, что сильно снизился. Ну, может, там на полчаса. Лежит у меня iPod. Ему хрен... Да, сколько лет уже? Старый. На нем аккумулятор вообще неубиваемый. Он иногда по году лежит незаряжаемый, потом аккумулятор заряжается и работает. Я практик. Я по практике рассуждаю, а не по теории. Рулеты завтра подвезут. Какие рулеты? Вот так, кстати, у телефонов аккумуляторы дохнут быстро, но я не знаю почему. Может, туда такие пихают. Но не у всей техники они так дохнут. На телефоне, да, у меня сдох аккумулятор без зарядки. Довольно быстро вообще, там, за пару месяцев. Но
я тебе говорю то, что вот как бы практически свои наблюдения, как и есть на самом деле. У меня такой опыт. Значит, не все так дохнет, не все аккумуляторы. Я не знаю, различаются они или нет. Но вот факт остается фактом. Какой клиники? В Германии там есть клиники. Клиника имени... Блять, что ж такое-то? Что ж такое-то? Клиника имени Супонева. Что-то я сейчас всю жизнь тут растеряюсь. Я не знаю, наверное, я... Может, я устал сегодня. В прошлый раз все проходил так четко. Сегодня туплю, как вообще не знаю кто. Еще и даже гриб не могу взять. Мне грибы нужны очень. Без грибов жить не могу. Вы посмотрите на мыши, с какими они упоротыми рожами летают. Это что-то с чем-то. Клиника имени доктора Супонева, да. Со мной Супонев был на «ты». Да ё-моё, за что? Упоротые мыши. Понял, многих, конечно, многих. За что? За что? Я думал, что все уже, я прошел это место, нет? Прошел. Да чем тебе SNES, Sega же лучше. О чем я не пойму? О чем ты? И к чему это? Супонев мне лично говорил, что я с NES сыграл. С экрана вещал телевизионного. На полный 16 бит. То сё. 5-10. Сейчас... такое-то, а? Пронесло вроде. Вот эти чебурашки, которые стреляют со своими огоньками, просто вымораживают. Сволочи, а? Падлы! Так и... слиться можно ведь. Между прочим, у меня же есть пауэрапы всякие. Так, где они тут? А я ими... А, их нету, они... Они сбрасываются. После сейва. Хреново. Люди в 90-х даже квартиры продавали ради Nintendo. Вещи крали из дома, бытовую технику носили. Да, да. Чтобы карик купить с Донки Конгом там. С Марио.
Так и было. Многие тогда за бесценок продавали все свои вещи. Технику импортную. Многие на этом наварились тогда. Те, кто шарил. Я думаю, что Супонев тоже был в доле с многими товарищами. Запас в подвале 200 бутылок, 250 сдал. Молодец, Супонев одобряет твой поступок. Так, нет, мне нужно взять вот эту херню, походу. Она мне может... Блин, подлые мыши, они еще и... Смотрите, еще... Еще себе... Утворяют. Да чтоб ты, чтоб вас черти драли, уроды, а? Блин, ну это ж... Это ж надо. Я получу второй гейм-овер. Ну ладно, начнем еще раз, как неудачно пошло. It's a good time. Не понял. Этот уровень я прошел ведь. Так, дед копил бутылки, чтобы засуху в конце света пережить. Это же PS1, блядь, в смысле? Где? Недавно чел почку продал в Китае пару лет назад и купил iPhone, наверное, уже пожалел, так как его модель устарела. На это надо быть сказочным долбоебом. Чтобы так сделать. Даже не представляю, каким дураком надо быть. Если это правда. Вообще, айфоны... Такая вещь очень, я не знаю. Не знаю, для пытливого ума, там, инженерного склада, там, или просто любителя поковыряться в технике, айфон — это полное говно. Закрытая платформа, в которой ничего нельзя делать, ничего нельзя навернуть. Хрень, короче, одним словом. Да и вообще, там много сделано ради того, чтобы продавать всякие аксессуары и прочее. Много неудобных вещей. Единственное, что я не могу отрицать, это то, что эта техника сделана качественно с точки зрения сборки. Вот, а остальное все, ну, хрень. Давай, ясь, сваливай туда подальше. Продвинутом новичке парень убирал между девушкой PS2. В каком новичке? Я не пойму, о чем вообще речь, если честно. Купил айфон и ноутбук. В айфоне только камера. Не, ну качество сборки тоже хорошее, конечно. Детали там
на деталях там не экономит, конечно. Сами материалы. Даже неправильно, да, я сказал, не качество сборки. Ну, качество, наверное, тоже. Сами материалы хорошие используются. Это вы припузнули, и он из-за него, ну, из-за денег и купил iPhone. True story какая-то. НТВ показывали про этого паренька, который почку ради айфона продал. Топ-подростковый фильм был. Не знаю, я таких фильмов не видал. И тем более, о какой PS2 может быть речь в конце 90-х? Я что-то не пойму. Когда она позже появилась. Он в 99-м вышел в Японии. Ну все, сейчас я всех разнесу в этом уровне. Ну мыши, ну суки. Индец вам. Я не буду больше терпеть. Насилие. Надо пауэрап этот донести, как жахнуть. А, хрен там. Ну, вообще, я в конце 90-х бизнесом занимался. И фильмы смотрел для детей. Были серьезные дела на Черкизоне. Решали взрослые проблемы. Nintendo Mania прогрессирует, я смотрю пик обострения. Да. Нинтендочку играть хочется что-то. Жутко. Умом я понимаю, что не надо так делать, но ничего сделать не могу. Супонев во мне силен. Блин, какой поворот там был хороший. А я его не взял. Ну вот меня Супонев ждал. Не того. Ох. Ах ты сука! Да сейчас этих повылазит. Уродов опять куча со всех сторон. Нас вот так обкладывают сволочуги. Да что? Так, а это что у нас тут? Что это у нас тут вверху? Ну-ка. Что такое? Моя прелесть, да. My pressure. Давай, Марио, беги. Ах ты, чё? Ты чё нашь? Прикольная серия Супонева, когда он народ выходил интервью брать. Ну да, в магазинах там подкалывал. Ого, я много раз умер, и мне типа предлагают... Вот,
в этот ящик стукнуть и выдать пауэрап читерский, типа я дно. Пошли вы в жопу, ни за что. Я лучше героически умру, чем буду так. Никого нет дома, не звоните. Марио не умел плавать. Ну как? Он умел, но только в водных уровнях. Там такая странная была тема. Тут логичнее сделано как раз. И уже в этом... Уже в Марио Брос 3 он умел плавать. Марио. Суки! Пошли вон! Ну-ка! Нет, нет, ну... Нет! Да, в Германии лучшие, лучшие врачи собрались. Лечат всех. Чё там, кластер так и не взломал на смене нормально. Не знаю, как насчет нормально, но, по-моему, она была взломана еще до того, как поступил в продажу. Но так я не интересуюсь этим. Я настоящий SNES есть. Зачем мне это мини? Так. Все. Она меня ради джойстиков только интересовала. Блин, ну охренеть, я еще и профукал пружину. Ну так. Ой, явно. Явно что-то не так со мной сегодня. Придется проплывать, походу, мимо вот всего этого. Что же там вверху было такое, интересно? Столько мышей, уж не выход ли куда? Дополнительный. Привет, Чеп. О, блин. Привет, мастер. Че хочешь купить? Sega, а Super Nintendo лучше. Но я хотел Sega при Super Nintendo, сука. Ну и, конечно, все правильно. Так и надо было прессовать людей. Я в домике. Я в домике. Наша какая-нибудь рыба тут не вылезла. Подлая рыбёха, уходи. Чё, всё, я надеюсь. Не появится больше этих уродов с шариками. Слава богу. Какой-то упоротый уровень. Честное слово. Хорошо, что я прошёл. Не очень я люблю всякие такие... Плавание в воде. Походу, тут второй выход был у этого уровня, судя по всему. Вот туда, куда я залез в трубу один раз. Можно было куда-то еще выйти, видимо. Так, что тут у нас?
какой-то бонус. Звездочка. Звездочка — это хорошо. Но не заболеть звездной болезнью. Видите, тут еще надо пробегать на карте мимо этих... пуль, иначе... Иначе будет бобо. Ну нифига себе, три гриба аж подарили. Марио любит грибы. Для него каждый гриб — это радость. И это сейфер. Зажрал грибы, ты успех получил. Mario Maker все-таки, конечно, хорошо, но, блин, как-то поприятнее, когда есть именно игры про Марио с законченными какими-то мирами тематически. Просто уровни какие-то долбить, хоть и хорошие, мне не так нравится. Я люблю, когда все это как-то связано. Особо мне нравится, когда Марио сделана карта хорошо, с какими-то там плюшками, заморочками, всякими секретками. Все это с Mario World еще пошло, хотя даже не с World, а с Super Mario Bros. 3. Дайте грибочек, грибочек дайте, суки. Когда знаешь, что есть логический конец. Ну, типа того, я просто вообще как-то не люблю, вот, как сказать, в других играх тоже, там, в шутерах я не люблю просто проходить какие-то карты по отдельности. Мне нравится, когда есть какая-то компания там, или типа того. Я такое люблю. Ох, какая жесть. Конвейер смерти для зла. Нет, нет. Надо. Не надо меня убивать. Здоровые какие-то еще черепахи. Так, товарищи, чё, как мне... А, во как. Ну, а что взять? Цветочек мне пригодится. Наверное, она и подсаживает неогревшему на Nintendo. Кто она? Nintendo DS Mario сам хуже намного, чем этот. Как и на 3DS. На 3DS особенно. Так, минуту. Плохой он получился. Надо сока хлебнуть. Вообще, это самая лучшая версия из всех, на мой взгляд. Самая удачная, именно Wii-шная. Не Wii U, а именно вот это. И босс в конце отличный. Во всех остальных версиях боссы какие-то такие не очень. На 3DS просто ни о чем. Босс последний. Yeah.
Ага, все, получил леща целебного. Сок добрый, а стример нет. Почему? Я тоже добрый иногда бываю. Кстати, это не добрый сок, то фруктовый сад. Я уставший сегодня, на самом деле. Сильно. Работался. Сласть. Мозги уже еле варят. После этих толстолобиков, мать их. Сохранимся. Еще один корабль у нас получается. Кораблики. Вот музыка, на мой взгляд, самая такая прикольная. Ну или одна из. В этой версии, во всяком случае. Че не так с толстолобиками? Ласкать их в ведре пришлось. Доставали, жрать не хотели. Пришлось уговаривать. Да что такое? Что не так с моими руками? За труба, как и вообще как туда попасть, если что. Где-то вот какой-нибудь пауэрап, интересно. Так, это что за нафиг? Эх, интересная работа, да, Сейфер? Ничего интересного, поверь. Ты так просто весело рассказываешь, о чем. Работа... но. Точнее, не сама работа, клиенты. Такого наслушаешься, таких уродов повидаешь на работе. Очень нервы сажают. Если бы моими клиентами были рыбы, которые молчат, то другое дело. На дно! На дно, чувачок! Все, хозяева держит их в толстолобиковых рукавицах. О, один ап, отлично. С толстолобиками не забалуешь, я вам так скажу. Ох, сейчас ждет меня веселье, по-моему. Блин, вы знаете, тут надо, короче, трясти джойстиком. Это очень неудобно. Скажу я вам. Блин. Пипец. Управление... управление на грани фантастики. Мне нужно сжать направление на крестовине и при этом потрясывать вимоутом. Это очень неудобно.
Это очень удобно. Кстати, это, по-моему, единственная версия, в которой 8 миров, насколько я помню. Правда, насчет DS-версии я не уверен. Не помню уже, сколько там. Но во всех остальных точно их по 6. Высадили зайца. Это потрясно же. Что потрясно? Какая музычка расслабляющая тут. Хочется забыться, полежать на облаках. Потрясно, потрясно. Не знаю, я в гробу эти потрясывания видал. Многие игры на Wii просто были запороты этим управлением. И проморгал. Плохо. Некоторые мультиплатформы эти потрясывания добавляли, помню, которая выходила на Wii тоже. Все версии как версии, Wii версии надо потрясывать. Ходишь и потрясываешь, потрясываешь. Музыка тут скорее напрягает на уровне. Я про ту, которая на облаках играла. Вообще вот в музыке, да, в этой, мне не нравятся вот эти, вот эти вот звуки такие, голосовые вставки. Да и сам музон на самом деле слабее, чем в классических частях Марио. Да и в той же Galaxy. Вот в Марио Galaxy там музыка шикарнейшая. Совсем другой трек. Вот эта вот мелодия, например, она мне совершенно не нравится. Раньше лучше было. Серьезно. Ну, вообще, кстати, по внешнему виду вот эти Марио, они... И сам Марио даже... Игра как-то стала выглядеть немножко более глупо, как будто вот для совсем маленьких каких-то товарищей. Черепашки эти пляшущие, я бы им поплясал. Я бы им все ребра переломал, суки. Пляшущие. Вы мне поплясали в бинтах в больничке. Напоминает плохие песни из детских шоу. Может быть. Цветок вылазит. Нет, не вылазит. Хотя, по-моему, какие-то типы цветков вылазят. Я уж не помню конкретно, вылазят ли в этой игре. Они... У старых Марио были цветки, которые вылазят в любом случае. Напоминает плохие песни из детских шоу, когда пытаются сделать, чтобы было смешнее. Может быть, может быть. Короче... Вот старых Марио, да, например, в частях, они были как какие-то такие, вроде как для всей семьи игра, но она такая была безвозрастная. На ней, в них не было акцента, что игра для каких-то дошколят. С какими-то отупляющими совсем, не знаю, отупляющими, как сказать, не знаю. В общем, глупо выглядящими врагами, карикатурно смешными. Как-то там более все это было сдержано, что ли. А вот в этих Марио уже есть такое...
атмосфера детсада порой. Galaxy получше, конечно, в этом плане. Вот опять эта музыка пошла, ну там бесконечно играет на этих уровнях. Мерзостный этот музон. Сложно даже объяснить вот эту атмосферу, но она какая-то вот такая, как будто для грудничков каких-то. Это вот зацикленность Nintendo на дошколятах порой раздражает. Раньше они как-то не совсем такого курса придерживались, более семейного, что ли. Вот в Donkey Kong там получше с этим. И сложность там выше. Я, кстати, удивлен, что Nintendo позволила сделать такую сложность высокую в Donkey Kong. Это же их тоже игра, по сути. Они полностью курировали разработку, полностью на нее влияли. Зараза, что-то захотелось Wii купить. Я стримлю с Wii U, кстати. Так что я тебе советую брать именно Wii U. Взломанную. Ну, точнее, они вроде сейчас все ломаются, по-моему. Даже на последней прошивке. Можно играть и в Wii U игры, и в Wii, и в кубовские, на взломанный. И там еще ретрарх есть, куча эмулей, в общем. Можно играть, не переиграть. Плюс на самой Wii U получше выглядят игры с Wii. Поэтому я лично Wii U рекомендую, если есть возможность, брать ее. Ну и желание, конечно. Какая глупая смерть. Марио — это игра, которая должна быть детской. Не, ну понимаешь, просто... Ну я вроде как объяснил уже, что... Детской-то она должна быть, но вот не впадать совсем уж маразм. Игра детская, она тоже может быть разной. Точнее, она должна быть не детской, мне кажется, а семейной просто игрой. Тут некоторые моменты для совсем каких-то маленьких сделаны. Вот в старых Марио такого... В 90-х такого не было! Не было! Вот все, что я могу сказать. Игра, конечно, хорошая, это, в принципе, но есть вещи, которые мне не нравятся. Музыка, особенно эта мелодия, честно скажу, я ее не переношу. Причем эта мелодия, что самое, да, смешное, она кочует из части в часть вот этих новых Марио. И в следующих частях там еще больше вот этих «ва-ва», эта музыка еще более упоротая стала. Вот, есть тут и прикольные мелодии, но их не так много. Вот ты правильно сказал, я не знал, как сказать, слишком много ми-ми-ми, да? Вот ты прям попал не в бровь, а в глаз. Нужен здоровый баланс этих вещей. Вот это смерть была. Просто взял и самоликвидировался. Что у нас там есть? Чем поживиться?
есть грибочек. Во всех частях, по-моему, вот эта мелодия есть. В НДС не помню, есть или нет, но во всех остальных точно есть. А еще посмотрите вот на этот костюм. Ну, я не знаю, что сказать вообще. Марио в нем... Такой у него вид. Отвратительный. Не знаю, мне кажется, более отвратительно выглядящий пауэрап невозможно придумать, наверное, даже. Может, мне только вот так он не нравится. ДСки есть, ну, значит, все нормально. Стабильность имеется. Так, может тут грибы такие есть, пауэрапы? Все же может быть. Костюм Олега Френа, да? Я думаю, дурачок, как говорится. Марио Тайм. Где ж пират, интересно? Он же у нас любитель Марио большой. Как мы выяснили на предыдущем стриме. Латентный любитель Марио. Потом еще вот в этих новых Марио бесконечные вот эти... подсказочки, что как делать, вот эти объяснения. Я вообще в играх терпеть не могу всякие обучения. В старых Марио никаких тебе обучений не было вообще. Вот тебе Марио, вот делай, что хочешь, крутись как хочешь. Сдохнешь, твои проблемы. А тут тебе все разжуют, причем по 100 раз. Ладно бы один раз сказали. Костюм как будто из психлечебницы сбежал в нем. Да так и есть, наверное. Я думаю, вообще это дело на самом деле происходит в психлечебнице. Это сон больного Марио. Допроводчика. Сумасшедшего. Нет, нет. Я пропустил пауэрап. Интересный замок. Ну и жесть тут. Мне еще наклонами молотов приходится вот эту тележку регулировать, куда она катится. Это, я вам скажу, не очень удобно, при одновременно управляя Марио. Тот, кто это придумал, тому нужно отвертку в ухо ставить и повернуть часовые стрелки. Никогда больше так не делал, сука. Куры на стройке в Москве, это жики стреляют из пушек по сантехнику. Костюм негра Марио есть? Нет, пока еще толерантность до такого не дошла. Я не удивлюсь, если будущем сделают игру, где Марио будет негром. Все к этому идет. Вот еще одна жесть пошла. Да чтоб вас... Бомбермен какой-то начался.
быть пауэрап, судя по всему. Марио. Да, картиночка. Хорошая. Вы знаете, в чем прикол? Иногда еще, когда ты управляешь этим вимоутом, да, ты случайно встряхиваешь вимоутом, и персонаж делает ненужные движения. В самый, в общем, ответственный момент у тебя может тряска зафиксироваться, как движение Марио, и ты сдохнешь. Вот самый кайф этого управления. Самый плюс. Реально, наркоманы придумали эту тряску. Надо было так брать и поганить игру. К счастью, на взломанных приставках, да, во многих играх управление можно перебиндить чит-кодами. В том же Donkey Kong, например, перекаты сделаны тоже на потрясывание вимоута. Это просто нереально играть с этой хренью. Вот, то есть, получается, на пиратке играется лучше, чем на лицензии. Да, он вертуху от тряски делает. Это просто дичь. И когда вот у тебя костюм этот с пропеллером, тоже он крутится на нем, вверх поднимается, когда ты трясешь. А, смотрите! Какая скотина, привидение, боксер. Это место немного напоминает... Как его? Классический Donkey Kong с бочками. Может быть, даже, типа, такая отсылочка. Кстати, вот какая-то дверь. А, хрен там, это не дверь. Это развод честных граждан. Уже есть фан-комикс, где Марио выбрал гриб и не принцессу. А не принцессу. Что, всякое бывает. Учитывая, как обычно дети играют по стулу, ёрзают, волнуются, это потрясающее решение. Да это... Это, мне кажется, для любого человека сложное. Вообще, знаешь, одновременно нажать кнопки, да, направление и управлять потрясываниями, гироскопами, это просто, ну, с точки зрения самой моторики, ну и, скажем так, нервной системы, это неудобно человеку. Это очень... Такие вещи крайне сложно контролировать. Может быть, каким-то людям это дается нормально, но я думаю, таких людей немного. Нифига тут можно набить жизни. Неплохо я поднабил. А теперь нам нужно понять, так, куда идти. Смотрите, как сверху еще привидение. Ржет надо мной. Что ж ты ржешь? Что ж ты ржешь, скотинушка? Свете лучше нету, чем смена пола лучшего друга. Не совсем понимаю, о чем вообще речь. Воры-карманники умеют контролировать партии, пальцы. Я, кстати, недавно смотрел фильм про воров в законе, где одного из воров играла Маяка Копян. Он там наперсочника играл какого-то. Я не знаю, что такое бирдо. Смотри.
смотрите, мне попалось это облачко злое опять. Его надо убить. Забыл, как его зовут, этого чувака. Я его ненавижу. А, Лактиту, вспомнил. Бирдо. Ну и чего с ней не так? Или с ним? Наряд Nintendo полиции. Привет, Доран. Это чудище с встроенным оральным удовлетворителем. Такая херня, которая путем эволюции рот превратился в такую хрень. Во, опять потрясающее управление платформы с помощью наклонов и молота. Гениальная штука. Наверное, у нее есть айфон. Это очень может быть. Возможно, даже у этого чудища эволюционные процессы пошли таким путем, чтобы от природы была возможность быстро заработать на айфон. Нужные части тела атрофировались, нужные образовались. Чудище работает по принципу Кирби, только за айфон. Да, Кирби тоже любитель этих дел. Причем ему пофиг, кого сосать, что сосать, лишь бы всасывать. Ё-моё, нифига себе тут показывается. Целый мир. Внизу, в трубах. Так, ну тут вообще упоротость. Тут все эти платформы управляются наклонами. Причем, походу, вот в эту трубу тоже можно влезть, что ли. Какая же это жесть все-таки. Управлять этими штуками с помощью наклонов. Квартира в Крыжополе. Крыжопольске. Она купила билет на дирижополь, который летит в Крыжополь. С такой эволюцией у нее не быть и квартира в Житомире. Даренная. Эту цепочку продает за айфон, а кто-то сосет. Это, знаешь, скажем так, это называется эволюционная дифференциация. Кто-то эволюционировал, кто-то нет. Ах ты, подлая черепаха. Как я сейчас не сдох. Вот видите, насчет этих мимими тоже. Вот блоки даже эти подтанцовывают так музыки. Ну, на чем так вот делать? Уж совсем. Совсем уж дамственно усталых. Ой, блоки двигаются, как хорошо.
Знаете, кстати, эту историю, что какой-то чувак разглядел в логотипе Super Mario Galaxy, там как... там надпись Super Mario Galaxy, и по ней в определенном порядке, типа, моргают звездочки, и там что-то типа... Мистер Гей что-то такое кто-то разглядел. Какую-то такую тему. Игра для детей. Ну, раньше что же Марио для детей была? И не было такого. Между прочим, в этой игре для детей, не в этой конкретно, а в других Марио, есть вот как раз-то херня, которая сосёт. Чему же детей-то учат? Наших. С детства. Сосать, что ли? Это что такое? Что за мутки тут? Облачко, ты что тут мутишь? Ну-ка, вон. А детей что-то зарабатывает на iPhone. Вертухаев так шансону пританцовывали. Бывало дело, но их все равно ни во что не ставили, Вертухаев. Уважали. Так, ну началось. Кто тут мутит? Не надо меня обкуривать, облако. Ну-ка, вон отсюда. Так, это что такое? Надо просто монетку брать. Монетку можно и не брать, все равно их уже не соберу. Сколько нужно. Смотрите, мало того, что оно... Облако... обкуривает тут всех, оно еще... Видимость мешает. Надо было рисовать эти облака зелеными и дым тоже делать, чтобы реалистично было. Кумарами куривает. Че, седьмой мир у нас? Круто. Точнее, этот последний замок седьмого мира. Ой-ой-ой, нет, нет, нет. Только не это. Только не бурение. Не знаю даже, что взять лучше. Какой пауэрап. Наверное, все-таки этот будет лучше, раз его дают. Хотя хрен его знает. Я попробую так. Ой, какие места неприятные сейчас будут. Помню этот замок. Веселух. Ожидает. И опять кумар пошел, да? Вот те. Ты мне сейчас покумаришь. Ах ты, сука! Я тебя покумарю тут. Сколько всего миров? 8 миров. О, ноу! Последние два такие пожестче, чем остальные. Плюс тут еще бонусные вроде миры есть. Не все уровни я проходил во всех мирах. Тут альтернативные есть маршруты, можно разными идти. Есть еще такие типа секреточки, что можно сократить. Ну, варпы, короче, есть тут тоже.
В общем, лучше не торопиться. Марио анально забурили. Есть разведка на Ямале. Вот эти буры, они все быстрее и быстрее начинают двигаться. Где дают цветочки вот эти? Смотрите, какая жесть. Бурение достигло небывалых высот. Хрен тебе, черепашка. Забыл, как... Хаммер Бро называется. Здесь они какие-то толстые еще. Так, что этот тварюга будет делать? Ёп! ПРСТ! Чё-то мне вообще ни хрена не нравятся вот эти вот расклады. Оп! Ай-яй-яй-яй-яй, я чуть не упал. На самом деле не такой уж сложный босс, но прикольно сделано. Вот тут самый интересный босс-файт из всей этой серии, Нью. Заголовка Нью. А последний Боузер тут шикарно сделан. Файт с ним за счет остальных частей. Ну и вроде игра неплохая, но последний босс вообще ни о чем. Такой легкий, что прям хоть стой, хоть падай. Вообще, почему-то, когда я играл в эту игру в далеком 2009 что ли, году, когда она там вышла, мне она казалась сложнее. Не знаю, скилл, может, поднабил немного с тех пор. Хорошая музыка тут на карте, такая прям... Интересная. Вот везде в игре была такая нормальная, без этих мяу-мяу и прочего. Прочего непонятного. Смотрите, тут надвигается туча. Надо на скорость идти. За нами лава типа идет. Тут не забалуешь. Жопу подпалили. Сволочи. А, повара разбили даже. Нормально. Не дали взять гриб. Пипец какой-то, тут надо прям миллиметрировать иногда. Что я наделал? Ну даже здесь, в этом уровне, сам вот эти звуки доносятся периодически. Вопли маленьких детишек, замученных Супоневым.
Так, а там туча, между прочим, надвигается, сука, сука. Нигде я оказался, интересно. О, ништяк. Это как сейчас играю в игры на Денде и сравнивая, как играл в детстве, а в детстве казалось дивно сложно. Но, кстати, бывает и наоборот. Некоторые игры, наоборот, которые я вроде проходил на Денде, или там на SNES в детстве, мне сейчас кажутся более сложными. Ну, некоторые, а некоторые наоборот. Хрен поймешь, короче. Как оно на самом деле. Пожалуй, в Donkey Kong я намного хуже играл в детстве, но были игры, которые вроде как-то и лучше были, так кажется, в общем, я не знаю. Ну, однозначно в детстве была реакция лучше, я могу сказать, потому что у человека после 25 лет реакция начинает падать потихоньку, например. А у детей, у подростков... Организм молодой, нервная система не загублена алкоголем, там, прочим ништяками. Да здоровье лучше само по себе. Чего уж там говорить. У меня в детстве, например, мотивация была намного слабее прохождения игр. То есть какие-то игры, которые мне казались сложными, я просто дропал и все. Сейчас, пожалуй, я более сижу, ну, больше за играми какими-то, более упрямый. Я был спец по танчикам. Я был спец в детстве по прохождению Супер Контры с 30 жизнями. Я был просто эксперт в этой области. Никто не мог побить мой рекорд по количеству потраченных жизней. Mario time. Вообще классные времена, конечно, были. Когда Дэнди была. Столько игр было интересных. Какие-то игры вообще выменивались. Каких-то кренделей. Друг, например, мой кого-то что-то выменял, потом мне дал поиграть. Очень интересно все. Какие-то игры вообще там на один день давали поиграть, и все, и больше их никогда не видел. Некоторые хорошие игры мне казались не очень хорошими. Например, в детстве мне как-то попадался совсем ненадолго Kickmaster. Я, честно говоря, записал его в говно. Потом вот увидел стримы в этой игре и понял, что был неправ я сильно. По-всякому бывало, в общем. Меня сейчас посади в контру играть, я максимум до зимы дойду. В детстве с братаном раз за разом могли пройти. Ну, знаешь, зависит еще тоже от того, как ты какие игры любишь. Допустим, я, например, контру очень люблю. Периодически просто в нее гоняю. Поэтому я могу и сейчас ее пройти. Какие-то игры, которые я тоже играл нормально в детстве, давно не играл, я их вспомнил, не пройду, например.
Контре я, наверное, помню каждый сантиметр этой игры. Первый Контре. Уж очень она мне нравится. Одна из моих самых любимых игр. Мне так, сука, друг черепашек запионерил, обидно на всю жизнь. Логично, некоторые игры приносили друзья, которые сами брали через третьи руки, а я эти игры больше не видел. Ну да, интересная была тема. Один раз, кстати, дружбан мой, которого я очень уважал, взял и мой картридж обменял на какой-то другой. Вот. Что-то там какая-то проблема возникла. То, что чувак не хотел его назад, что ли, отдавать. Или что? И мне этот друг сказал, типа, ну твой картридж, ты иди и разбирайся. Вот, я не очень обиделся. Нормальная такая тема. Вот эта козлина, у которой этот картридж был, мне его поцарапал, гад. Полоску такую оставил. По диагонали. На обложке. Картридж был чужой 3. Так, моя первая игра на Денди был бильярд. Жесть какая! В 90-х были и богатые семьи, которые покупали и приставки, и картриджи, и сразу таких детей было много друзей. Напомню, 20-й раз Контра, первая игра, в которую я поиграл на Денди. Ну чё, тебе повезло с этим. А вот Антону нет, ну на мой взгляд, потому что, не знаю, я вот эти бильярды просто не переваривал в детстве. Бильярды всякие там... около спортивные игры, не знаю. Я их просто за игры не считал лично. Хотя, наверное, кому как. Не знаю. В общем, мне не доставляло вообще в такое играть совершенно. И сейчас тоже. Тебя контр-сейфер. Ну чё ж, давайте братство создавать, любители контры, раз уж... раз уж у нас много. Но потом там были хорошие игры. Чип и Дейл, Чип Эч, Папай, Айс Климбер, Черепашки. Папай! Не, все нормальные игры, кроме Папая, на мой взгляд. Папай это... Такое себе удовольствие. Папик всегда орал, что кинескоп посажу. Папай крут. Енот тоже Папая, по-моему, уважает. Я думаю, если бы мне попался бильярд вместе с приставкой, меня бы ее батя отжал. Кстати, большинство картриджей для Денди были желтого цвета. Большой удачей был картридж черный или голубой. Блин, я что-то не помню, видел ли я голубые. Хотя нет, видел, какой-то у него был цвет полузеленый, полуголубой, что ли. Картридж 99 тысяч в одном, что ли. Да еб... так назывался. Ну-ка. Грибочек, куда же ты? Куда ты убежал, сука? Короче, кстати, вот картридж оригинальный контры на Famicom был черного цвета. Между прочим. Вот, а на Денди в основном они были желтые, кстати, розовые или красные тоже попадались. А, кстати, по-моему, Макаймура на Денди в стиплеровской тоже была то ли голубого, то ли такого голубого-синего цвета, какой-то он такой был, непонятный. Ну, а
еще мне попадались многоигровки черного цвета. У меня такая была с этой, с Guardian Legend. Ну, такие редко довольно встречались. Я даже не помню, видел ли я еще такую игру, такой сборник в черном корпусе. Очень мне понравился картридж голубого цвета. У меня был с игрой Jungle Book. Один из историй, кстати, по-моему, розовые тоже были. Я точно не помню. Если честно. Так. Надо подлавливать эту тварюгу. Ёп-моё! Вот это да. Вот это веселуха. Как неудобно она появляется. Бешеные кроты! Уйдите нах! Сволочная какая штукенция, а? Грибочек! Ой-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Так, сейчас такой 999. 9 триллионов. Одном. Вот такого цвета у брата была двухигровка Bucky O'Hare и Power Blade 1. Вот такие я видел, по-моему, да. По-моему, и вот этот был. Такого цвета. 99, сколько там. Эх, зря я за грибом, конечно, сейчас побежал. Поманил меня гриб. Гриб поманил Марио. Такое. Это ж стиплеровский картридж, вот этот вот. Интересно, что это стиплер делали в Form Factory Famicom картриджи, а пираты клепали в каком-то своем непонятном формате. Или, может быть, это тоже был Form Factor какой-то японский, я не знаю. Особых кадров каких-то. Так и не заказал у Квестера многоигровочку. А многоигровочка это умеет сохранять, кстати? Или там нет игр с сейвами? Мне осталось вот сейв фамиком купить, и я буду совсем консоли бро. Тру консольщиком буду. 8-16 бит будет. Ну вот что с ним делать, когда он внизу появляется? Замучил мне этот чувак. Не хочет умирать. Краты еще бегают, сумасшедшие. Та-ра-ра-ра-ра-ра. На Dendy игр-то, кстати, наверное, не так много, которые сейвы держат. Два хомяка. Два хомяка этому господину. Thank you.
Нет, это кроты злобные, на самом деле. На самом деле это кроты. Деловые очень. Я еще не успел его подловить. Ну дела. Грибочек, грибочек. Да как так-то, а? Нет, я имею в виду, что вообще игры сейвинг поддерживают многоигровку или нет. Понятно, что в детстве не попадались. Пираток на Денди вроде сейвами и не бывало. Вот крот, вот хомяк, хрум-хрум, шмяк-шмяк. Толпы сборища кротов бегут на банду хомяков. SFX кроты. Хомяки. SFX. Какой-то я очень крутой маневр сейчас совершил. Мастерский сдох. Песня такая. Текст слушать бесплатно, смс. Тут же уровни должны быть построены под спидран-то. Какого хера я до сих пор не спидраню игру? Есть ведь правило, не можешь пройти обычным способом спидрань. Я все равно не могу YouTube сейчас смотреть. Так что... Ай-яй-яй-яй-яй. Вот, вот он, крот этот злобный. Смотрите, как он бегает за мной. Морда поганая. Ни следа, ни совести. Грибой! Я не знаю, что сегодня с моими руками. Меня прям тянет, как будто вот... умереть. Реклама хайпа достала и не скинуть, пять раз крутится. Привет, Алекс, снова. Что за реклама? Кажется, как будто сегодня воскресенье. Мне завтра работать. Так неохота, если честно, толстолобиков этих гладить. Запарили они меня. Но опасный. Я, кажется, понял, в чем прикол. Все, да, опрыгался. Купа, или, я не знаю, как этого чувака называют. Тинамба, кстати, знает. А я нет. Я не true фанат Марио.
столбики тебя считают другом. Они доверяют мне. Доверяют мне свои секреты. Толстолобии. Там где-то тот просит помочь ему, но я не настолько добр, чтобы помогать всяким непонятным шипздикам. Пошли никуда подальше. Тоды эти. Какая-то жесть, походу, опять. Вот смотрите, смотрите, как Марио плавает. Это вообще что такое? Что это за движение? Какие-то странные. Ногами, этого руками эту херню держит. Вы только посмотрите на эту анимацию. Это, я не знаю, что-то противоестественное просто. Брачную штуку надо с собой, что-то не пойму. На Wii есть стимулятор. PS1. Нет, есть на Wii. Можно в Wii режиме играть. PS1. Именно на Wii U нету. Ух ты, ё-моё. Не вовремя прыгнул. Это праздный кроль. Ножной. Ножной кроль. Привет, Дантес, еще раз. Я не ищу гриба, деду. Эх, без гриба жизнь не та совсем. Я с детства грибы люблю. Какие эмуляторы? Там ретроарх есть. Вот он поддерживает 16 бит, 8 аркады. Я ж много уже стримил с Wii U, с эмулятором. Sega CD, PCE. PCE CD. В общем, там большой такой охват, на самом деле. Очень неплохо. Все работает. Я даже аркады стримил. Потрясывай, так потрясывать не надо. Зачем? Там нормальное управление как раз. Потрясывать можно только в играх на Wii самой. Там эти функции никак не используются в эмуляторах. Потому что разработчики эмуляторов не упоротые наркоманы, в отличие от тех, кто в Nintendo работает. Так, походу нужно наверх лезть. Какой же у них вид расколбашный, вот этих чуваков. Они чем-то напоминают кукол из Muppet Show, кстати. Вам так не кажется, вот эти вот чудики? Что-то есть такое. Такие же бешеные глаза. Взломанная Wii U, да, запускает игры от GameCube. Причем можно DualShock 4 подцепить к ней, например, играть с DualShock в кубовские игры. Или вообще с джойстика ПК-шного, USB-шного. Какой-нибудь, по-моему, там работает этот, например, Logitech, как его там? F310 и прочее. Там даже можно перебиндивать управление под это дело. Вот, а на официальной Wii U нельзя играть в кубовские игры никак. То есть у Wii U есть железо от GameCube, но нет портов для кубовских джойстиков и для мемори-карты. Порта, ну... В специальном загрузчике эта проблема решена. Карточки там виртуальные. Работают.
Чё за хрень? А джойстики тоже виртуальные эти, ну, разные, в общем, подходят. PSP стоит брать, если прошивать, я не знаю. Смотря какие игры тебя интересуют. Даже не знаю, что сказать насчет PSP. Такая спорная, конечно, приставка. Есть кое-какие там игры интересные, но немного их. Мне, например, очень нравится там на PSP игры серии Macross. Чисто японский меха, такой аркадный симулятор. Одна из моих любимых там игр. По мне, очень классная штука. Ну, на любителя. Вещь такая. Одна из, наверное, самых моих любимых игр на PSP вообще. Очень динамичная игра, интересная. Но это для фанатов. Наверное, самого аниме Макрос. Если брать, ты, наверное, не найдешь уже полностью прошиваемые модели. Или с рук только сможешь купить по очень большим ценам. Те, которые продаются, они не прошиваются, но там можно типа при запуске какую-то хрень нажимать, у тебя кастом временный появляется для до перезагрузки консоли. Ну, походу, еще один веселый уровень. Да, PSP, PS1 еще там поддерживается на PSP. Можно много в чё поиграть. Расплескалась синева, расплескалась. Куча у нас 300-х продают. Так 3000-ные, они же не шьются. Там временный кастом только ставится. Нельзя целиком прошить. Шьются, по-моему, только 2000-ные, до 300-х, в общем. 2000-ные последние, которые шьются. Может быть, там за пару лет ситуация изменилась, я не знаю. Я, честно говоря, за PSP-сценой сейчас не сильно слежу. Но до этого они точно не шились. Подвижек никаких не было. Значит, 3000-ные не так давно начали шить, я понимаю. Так, я так понимаю. Потому что раньше они не шились. Значит, что-то поменялось с тех пор. Раньше-то они не шились. У них только временный кастом ставился. То есть для перезагрузки. Это я точно помню. Нет, 3000-ная и стрит-версия есть, 3000-ная шьется полностью программным способом.
Ну, то есть там кастом зашивается и все. При включении он не сбрасывается. Или как? То есть прошивка устанавливается во флеш. В NAND, точнее, правильно? Про это речь. Года два назад они женишились. Насколько я помню, на них ставили только временную прошивку. Сам Броц не позволял зашить неподписанный код в NAND. Там же чем вот отличались эти непрошивайки, которые раньше были, значит, непрошивайками. Чем что в Броц вставили ключ, который не позволял зашивать кастом туда. Видимо, ситуация поменялась, тем более ключи от PSP где-то выудили. Да, это последний мир. Короче, там такая тема была, насколько я помню, что когда взломали PS3, в ней нашли ключи PSP. То есть, в принципе, можно уже было подписывать ISOхи, которые запускались на официальной прошивке. Видимо, соорудили кастом с помощью этих ключей. Теперь устанавливается и в эти PSP. Это, кстати, круто. Можно тогда и мне подумать о покупке PSP 3000, потому что у меня старая PSP FAT. Все в ней хорошо, кроме веса. Честно говоря, она настолько тяжелая, что от нее устают даже руки. И аккумулятор к ней же фиг найдешь, наверное. Не хочу умирать. Так, это последние модели. Сейчас надо на карточке постоянно папку держать, чтобы при загрузке постоянно его запускать. А, то есть она все-таки с карточки запускается, получается, да? Ее нельзя в NAND прошить. Правильно? Или нет? Так, это... Что такое тут? Уже конец уровня, оказывается. PS3 FAT — настоящее чудо и несчастье, так что неудивительно, что ключи нашли. Не-не-не, нашли. Ну, хотя в FAT-ах тоже, наверное. В общем, в какой-то прошивке, по-моему, не тогда, когда впервые взломали PS3, после уже нашли ключи для PSP. Sony их там оставила. Вот. После этого появилась возможность полностью взламывать PSP любую. Можно, новые нельзя. Новые — это какие? Стрит? Или еще есть новее? Может, я просто путаю? 3000 еще можно было все ломать. Новые по-другому назывались. Некоторые игры PS1 и новые идут. Ну, таких игр не так много, на самом деле. Энтроплазм, привет, кстати. Во всяком случае, из тех игр, которые меня интересовали, большинство работали в
очень хорошо. Есть там, конечно, какие-то проблемные. Но... их не так и много. Ах ты подлая пушечка. Задело так, я собака. Собака. Не то ли тут какой-нибудь поврапчика. Что ж такое? PS3 изначально стоял процессор 1.2. Нет, от PSP там не было процессора. От, там от второй был. И от первой, по-моему, тоже. Ну вот, от PSP там не было ничего. PS3 лучшая версия Slim, Super Slim говняшка в плане прошивки. Но она и не по внешнему виду говняшка, как по мне. У меня, кстати, я говорил, что у меня обычный Slim, и недавно я его взломал. Недавно вышел взлом на официальную прошивку последнюю. У меня прошивейка была как раз. И за 10 минут взломал. Накатил кастом, и теперь я доволен. Честно говоря... пока только для проверки одну игру запускал. Главное, что она взломана, что теперь можно играть с харда. Не бояться, что когда PSN закроют, игры ухнут на аккаунте. Это вот самое приятное. Может, какие-то японские ништяки тоже поиграть, возможно, будет. Вот, тут все лишь монеты были. Я парился, монеты мне не нужны. Вот тут тоже на этих винтах надо трясти постоянно. Джоем. Трясти. Не очень приятное занятие, особенно после рабочего дня. Да и так руки отсохшие. Так, не понял. Я не врубаюсь. Прикольно, с болтами придумали Марио отвертка. Так, сейчас я почитаю. Там так неудобно и время идет. Чтобы игры запускать от старых плоек. И как Чеп сказал, да, я перепутал PS3 процессор. Изначально запускает PSP игры лицензионные. Это по два раза пишешь, Дантес? Что с тобой? Что-то я не пойму, что... Ящики разбивать, оказывается, можно. Кто бы мог подумать. В общем, на PS3 нельзя PSP игры запускать. В плане того, что... ну, точнее, не нельзя запускать, а процессора там нету. От PSP хардварной совместимости там никогда не было. Там была совместимость для PS1 и PS2. Причем, по-моему, я не уверен, но, по-моему, там
даже, как сказать... Она была... Она была не совсем полная, потому что там, по-моему, не все присутствовало из начинки PS2. То есть... Эмуль был... Что-то там вроде как эмулировалось. Возможно, я ошибаюсь. Запарил он уже. Опа, вот так вот, все, доигрался. Кстати, кастом на PS3 позволяет еще температуру кулера, кулеров регулировать. И я бы сказал, что профиль, который заложила Sony в PS3, он довольно такой, как сказать, он тихий, но процы там греются прилично. То есть с прошивкой кастомной можно поддерживать более холодную температуру процов, что радует. Там вообще режим какой-то придумали автоматический, который... То есть, когда до какого-то определенного уровня нагреваются процы, вентилятор начинает дуть сильнее. Классная тема. Ну чё, последний замок у нас. Вы готовы смотреть на мучения? Скажите честно. Последний посест такой. Не самый добрый. Кстати, в коопе эта игра значительно легче. Можно вообще ее всю пробежать, все уровни, не умирая ни разу. Нет, ничего случайно. Было отмечение. Ну, я не знаю, честно говоря, может и будут. Ха! А может и нет. Немного я помучился, когда играл давно в эту игру. В далеком 2009-м, что ли. Почти... 9 лет прошло. Кажется, не так давно это было. Не так давно я купил Wii-шку. Между прочим, из... Блин! Из консолей Next Gen, когда вот вышли там PS3, Xbox 360 и Wii, я первый взял именно Wii. Вот как я люблю Nintendo. Вот какая она хорошая. Nintendo-чка моя любимая. Уже 9. Да что ж такое? Что ж за криворучие это такое у меня? Блин. На канале 4 дяди теперь. Дядюшек развелось-то. Срочную консьержку. Психотерапия нужна.
замедлительная. Два кубика сешки внутривенно. Кстати, когда я купил Wii, вот у меня такая неприятная вещь оказалась. Я сначала этому как-то не придал значения, да, но у меня, короче, на нунчаке самопроизвольно нажималась одна, что ли, или несколько кнопок. Вот, и, соответственно, я подумал, что у меня бракованный нунчак. Позвонил этим чувакам, у которых я покупал Wii. Они мне заменили нунчак. Но оказалось, что дело было не в нунчаке, а в самом бимоуте. Видать, у него какая-то глючная была микросхема, которая самопроизвольно посылала сигнал. Вот. И самое интересное, что я вообще нигде в интернете не нашел больше такой проблемы. Вот. Какой-то такой аппаратный косяк был. В общем, до сих пор у меня этот есть бимоут, который просто лежит, используется. Вот такая вот хрень. И мне пришлось второй покупать в итоге. Вот, собственно, и босс главный. Ты где ты ее пихаешь, бедненький? Ах! Достали меня. Ай. Так, у меня 10 жизней. Я думаю, мне 10 жизней хватит. А вот и Боузер. Злая тварюга. Ну-ка, давай, подпрыгивай. Подпрыгивай, я тебе сказал. Прыгать? Нет? Оп! Ну? Принцесса, открой личико. Какой сложный босс был. А ни хрена, не все. Не все. Из новых вот этих Марио, это самый лучший босс-файт финального босса, я считаю. Действительно, определенную сложность несет. Причем тут можно просто тупануть и... И даже не тупануть, просто... Просто сдохнуть, короче, можно. Я уже затупил. Не. Не. Ничто не поможет. Кстати, посмотрим, есть ли у меня какие-нибудь предметы. Давайте гриб возьмем сразу. Ну чё, как вам босец? По первым впечатлениям. По-моему, прикольно сделано, что надо направлять эти шарики. Чё, не прикольно вот то, что надо сцену опять это смотреть? Конечно, не очень здорово. Всё сначала начинать. Интересно, он спината, что ли, сожрал, то, что он так вырос? Как вы думаете, в чем дело? Ну,
Я все-таки прошел вперед. И статуя еще браузера стоит. Черепашки, грибы нарисованы. Все, обратите внимание. Грибы такие, такой злой у них вид. Очень они злые. Внизу был явно запас грибов. Надо гриб сейчас взять. Очень желательно. Музыка играет еще такая. Понамекает. Марио, тебе... Петрындец, тебе не жить. Ты никто. В этом мире. Ой-ой-ой-ой-ой. Я взял пауэрап, но он мне не шибко поможет, если честно. Вообще один ап даю. Во, вот, началось. Музончик, кстати, такой тут неплохой, на самом деле. Вот единственное место, где пам-пам оправдан этот. Пам-пам-пам. Угомонисти, зверушка. Вот я сел, а? Все сначала. Привет, Нафаня. Что тут у тебя никто не выебывается? Да вроде нет. Так, а что это такое? Что это за блок? Мне интересно. О, гриб! Бом-бом! Да-да-да, сам бом-бом тут озвучивал. Обидно как, я почти дошел до конца этого эвента смерти. И просто нажал вниз не вовремя. Я бы даже сказал, что это некоторые издержки управления. Привет, Тони. А Виюшный босс, да? Он вообще проходится как хрен знает, ну, то есть просто на раз. Вию версии там настолько все просто. Здесь хотя бы какой-то челлендж есть определенный. Все-таки нужно маневрировать. Догоньки не попадать. И бом-бом еще играет. Отвлекающий элемент. А там ни бом-бом, ни... ничего. Тупо побеждаешь и все. С первой попытки. Как боженька. На синтоле вырос. Литл, че, уважаешь Марио-то такого? Скажи. Мои огоньки по сравнению с этим Боузером просто... просто ничто. Так, мне нужен пропеллер. Пропеллер мне давайте, суки. Ах, блин, а! Пропеллер... пропеллер зажали. Или стоп-стоп. Вон тут ведь вроде. Я ошибся.
Бом-бом-бом-бом. Да прибудет с нами бом-бом. Бом-бом. Бом-бом-бом-бом. Бом-бом. Бом-бом-бом-бом. А, нет, 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 нет. Ты качал новую версию Терминатора? Нет. На кой ее смотреть, когда есть Директор Кат? Новую версию. Смысл. Опять этот дебильный костюм. Привет, Питер Ведродуй. Я бы в Марио Одиссита поиграл. Нельзя. Нам кол не велит. Нельзя. Только смотреть стрим. Блин, что я наделал? Ладно, тут этих поварапов. Как грибов жареных. Что? Уже выложили. А, на ПК выпустила Nintendo. Протонула. Решила, что там? Свич какой-то. А нахер надо. На ПК. Сейчас все поиграют. Эти механики портировали Одиссею на ПК. Много жизни осталось. Да-да, механики. Ты читаешь мои мысли. Механикам вообще не впадло. Чё там? Лишь бы играли люди. Да давай ты уже... Стреляй. Вот он может так еще лапой. Раз и... Ты больше не Марио. Грибочек, грибочек. Так, бом-бом. Да поможет мне бом-бом. Бузер, не лютуй. Не лютуй, я сказал. Короче, с перепугу тут можно нажать вниз, и все. И он вот чаржнется вниз, Марио. Мне придет бом-бом. 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 Ну, смотри, что творит, гаденыш. Ну вот и все. Теперь ему пришел бом-бом. Лавовые ванны принимать. Поплыл. Теперь вместо каскадера Шварценеггер и жидкому металлу закрасили яйца. Чё? И яйца. Ну смотрите, да, нормальный бы мужик поцеловал бы там, обнял, а этот просто как дурак попрыгал. Сука. Усатая. Ooh.
Сказал я Пикачу, может быть. Костюм обязывает вести себя соответственно. Ого. А. Ого. Луиджи вообще с грибами остался. Я никогда не знал, что там яйца показывают какие-то, если честно. А вот у нас титры. Во время титров можно прыгать, надписи все сшибать. Если 4 чувака играют, можно вчетвером устраивать беспредел. Ну давайте просто посмотрим титры. Они еще и подплясывают. Слава тебе, яйца. Зазывает Марио, а ему это не нужно, у него костюм есть, дурачка, он оденет его и пойдет прыгать. Извиняюсь. Ну сколько людей делают. Суиши Абаяши. Хороший ник Абаяши. Наверное, этот костюм запилил. Больше глянуть на новую картинку. Так 3D же у меня нету. Толку мне от этого терминатора. Ни 3D монитора, ни 3D телевизора, ни 3D шлема. Картинка небывалого ранее качества. Я не знаю, я смотрел вот эти BD-версии Терминатора 2 и 1. Мне картинка там очень нравилась лично. Наверное, чем она еще может быть лучше? Можно, конечно, ради интереса глянуть. Кстати, в титрах неплохой музон местами. Вот брать бы из этой игры вот эту мелодию, где вот эти пям-пям играют постоянно, было бы вообще шикарно. А в 3D-версии, между прочим, 3DS-версии эта мелодия с пям-пямами, она звучит еще в разных обработках хреново количество раз. Вот, смотрите, мир 9 появился. Давайте глянем, что это такое. Какой
это жопорвач, наверное. Покойся с миром, Боузер. Так, как нам попасть-то на... На мир 9? О, смотрите. А, хрен там, короче. Музон, кстати, классный тут очень. В стиле 80-х, что ли. Такой прям... У меня монеты не собраны. Без монет сюда не пускают. Я, честно говоря, не думал, что для этого монету нужно собирать. Так что... Обламинго. Так, ну, знаете что? Я думаю, что тогда в Марио играть в этот уже... Смысла нету. Проходить бонусные уровни, собирать эти монеты. Больно это геморно. Жалко, конечно, что они закрыты. Или, может быть, тут количество определенное? Давайте посмотрим, может. А, нет, ни хрена. Давайте тогда я начну, что ли? Я собирался Super Mario Galaxy 1 постримить. Давайте я его тогда и начну сегодня. Сделаем тогда небольшую паузу. Остановлю стрим, запущу. Заново.